Ресторан-бар «Катон» – это новый подход к отдыху. Приходи и убедись сам. Авторская кухня, вечеринки, горячие танцы, дни рождения, мероприятия, караоке. Лето, жара, а это значит, что у нас Мисс Блокнот 2023 в полном разгаре. Меня зовут Денис Пономарев, у меня сегодня в гостях новая участница нашего шоу. Так давайте быстренько с ней познакомимся. Привет! Привет! Расскажи о себе, как тебя зовут, сколько тебе лет? Меня зовут Кристина, мне 24 года. Я мастер перманентного макияжа. Что это? Объяснить. Перманентный макияж – это немножко другая сфера татуажа. Ну хорошо, это вы там, я знаю, девчонками разберетесь, что это такое. Как ты можешь себя охарактеризовать? Настойчивая, упорная, шикарная, умная, интересная и внимательная. Добрый день, меня зовут Елена. Я пришла поддержать свою дочь Кристину. Ну, у Кристины вспыльчивый характер, энергичный. Ну, а сама по себе она так девочка добрая, отзывчивая, эрудированная, красивая. А ум или красота? Ну, скорее ум. Хорошо, любовь или деньги? Любовь. Все отвечают любовь, никому деньги не интересны. Скажи, зачем тебе участвовать в нашем шоу? На самом деле, я бы очень хотела выиграть приз, но в основном это все для того, чтобы увеличить круг знакомств, общения и как-то разнообразить мое лето. Да. Кристина пришла на проект, потому что ей не хватает адреналина, эмоций. Так, а деньги или корона? Деньги, корона у меня уже есть. Так, ну-ка поподробнее об этом. В 2021 году победила Мисс Блокнот. Тебе 100 тысяч тогда тоже было? Да. Ты еще пришла, походу, за соткой. Да. Ну, я уже сказала, это больше для развлечения. Кто за тебя будет болеть? Сегодня? Ну, вообще, в принципе, вот на этом шоу. Все. Весь мир болеет только за меня. Почему должны голосовать именно за тебя наши читатели? Помимо моей красоты, я еще очень интересная. У меня свой бизнес. И я приношу пользу этому миру. Я делаю этот мир чуточку красивее. Ну, я считаю, что читатели должны проголосовать за мою дочку, потому что для меня она лучше. Считаю, что и для всех она должна быть тоже лучшей. А ты вот по жизни хозяйственный человек? Да. Любишь готовить? Люблю готовить, но у меня муж повар. И с момента его появления я почти что не готовлю. И мне это очень нравится. Мы оба с ним хозяйственные, и мы соединились в одно. Ну, допустим, он готовит, а ты? Да. В основном он готовит, а я занимаюсь всем остальным по дому. Мне кажется, шикарно, шикарно. В быту она и готовит, и убирается, и стирает. Ну, как и все девушки, хозяюшки. А какие у тебя еще есть хобби? Я рисую, потом пишу стихи. Моделинг – это тоже хобби мое. Периодические съемки. Также люблю прогулки и танцы. Танцы? Да. Довольно так, да, много всяких направлений. Да, вот я очень творческий человек. Можешь прочитать четверостишие своего? Нет, не смогу. Я их не знаю наизусть. Я их пишу в порыве, как это называется, вдохновения и не заучиваю. Они у меня все разные, я не вспомню ни одного. Хорошо, стиха. Откуда ты берешь вдохновение? Кто твоя муза? Как таковой музы нет, и в основном все стихи только печальные. У меня еще ни разу не получилось написать какой-то счастливый стих. Поэтому могу сказать, что вдохновение – это грусть. Очень многие говорят о том, что писать какие-то веселые стихи намного тяжелее, да, чем грустные. Потому что грустные ты через себя это пропускаешь. На сколько процентов ты уверена в своей победе? Вот в этом году.
В этом году? Да. Ну, если учесть то, что я уже побеждала мисс Блокнот, то процентная вероятность того, что я выиграю, падает. Но я достаточно уверенная в себе и могу сказать, что я очень серьезная претендентка и конкурент. Может быть, и очень серьезный конкурент для девочек. Ну, я считаю, что Кристина выиграет на все 100%. Что бы ты им пожелала? Только удачи и ни в коем случае не соперничать, потому что это все-таки конкурс не столько сопернический, сколько вдохновляющий. С другой стороны, 100 тысяч рублев, извините, на кону. В чем сила? Красоте. Красоте? Да. Ну, пусть будет так. Друзья, мы познакомились с новой участницей, поэтому делайте выбор, голосуйте на нашем сайте.